Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас нахожусь в замке подписчика. Обратился с такой проблемой, я о ней уже слышал. Нельзя ни поставить тренироваться, ни строиться здание, казармы какой-нибудь, конюшни, стрельбище, луков. У одного игрока, Тигр его ник, такая проблема тоже была. И, по-моему, до сих пор он ее так и не решил. Уже больше года. Вот смотрите, что здесь происходит. Вот конюшня, она 35-я. До 35, получается, нормально все было. Заходим обучить, и все. Ничего нельзя будет сделать. Экран реагирует на прикосновение, но он открывает другие вещи, ненужные. В здании идет работа, нельзя запускать два процесса одновременно. Как будто оно строится. Может быть, кто-то сталкивался с этим и решил эту проблему. Или среди вас есть модераторы, которые могут обратиться к разработчикам напрямую. Помогут с этим. Отсюда я теперь не могу выйти, только перезагрузка игры поможет. Перезагрузил игру. Теперь нажимаем не тренировку, а улучшить. Интересно, улучшение работает у него? Ну ладно, со стройкой нормально похоже все. А тренировать не получается. Все, опять этот звук. Разработчики предлагают ему купить войска. Вот снизу надпись. Доступны войска по низкой цене. Хочешь играть, плати. Вот как-то так. С разных аккаунтов, говорит, пробовал заходить. И я сюда тоже зашел. И ничего не делается. Попробуем перенести здание это. Может, это поможет. Ник игрока Хохол, 592 королевство. Если есть модераторы, которые могут помочь, свяжитесь с ним. Не помогло. На этом все.